В режиме охоты на поле боя появляется монстр первого уровня. Призванные охотники должны убить его, и чем быстрее, тем лучше. В начале игры монстр получает кратковременную фору. Ему нужно убегать из точки спавна и убивать местную фауну, есть, получать энергию и повышать уровень, чтобы стать больше и сильнее. Охотники высаживаются после спавна монстра. Они должны захлопнуть ловушку и убить монстра, пока он не стал слишком сильным. Следы монстра, поломанные деревья, трупы животных и птицы — все это свидетельствует о присутствии монстра. Игра заканчивается, когда одна команда погибает, или когда монстр достигает третьего уровня и уничтожает силовое реле.